так давно беседовал с сенатором Нарусовой, она мне как раз напомнила, что воспитанники и там, студенты ее покойного супруга Анатолия Собчака, юриста, это вот и Путин Владимир Владимирович, и Медведев, и Герман Греф, и Анатолий Борисович Чубайс. В общем, достаточно впечатляющий такой список. Кстати, там вот прозвучал у нее такой тезис, что она достаточно эмоционально высказалась по поводу того, что в Думе у нас спортсмены, что так она сказала, вчера он штангу поднимал, а сегодня в Думе. И она считает, что политикой должны заниматься либо юристы, как ее супруг, либо журналисты, как ее дочь. Как вы можете прокомментировать? Один из самых выдающихся президентов Соединенных Штатов по результатам, Рейган. Был Рейган, актер. Да. Ну, кто такой актер? Второстепенный. Лицедей. Да. Да, лицедей. Да. Да? Вот, нет. Это совершенно не согласен. Есть спортсмены и спортсмены. Есть, например, Вячеслав Фетисов. Спортсмен. Угу. Но я считаю, что Слава мог бы при определенных обстоятельствах быть выдающимся государственным деятелем. Он мужик, он соображает, он думает, он ничего не боится, он не угодничает. Вот это личность. Да? Дом сенаторов, все очень хорошо, но он бы мог, так сказать, и больше. К сожалению, могу назвать и юристов, и журналистов, которые лучше бы занимались актерством. Ну, впрочем, они этим и занимаются. Это схожие ребята. Здесь не вопрос профессии, здесь вопрос личных качеств. Вот недавно, опять-таки не буду называть имен, одна журналистка из провинции стала депутатом Государственной Думы, еще даже не этого, а предыдущего созыва. И реально от нее очень много пользы. Она человек своими убеждениями, она их отстаивает, она может где-то пойти на компромиссы, но ради дела и так далее, и так далее. Недавно там юрист одна стала депутатом Государственной Думы. Ну, лучше бы не становилась. Вот, поэтому это не вопрос профессии, это вопрос личных качеств. Mm-hmm. Личных качеств и для чего ты туда идешь. Ты идешь для себя или ты идешь, потому что ты знаешь, что ты можешь, ты хочешь что-то сделать лучше для страны, для людей. Mm-hmm. Ты вообще любишь людей или себя? Вот вопрос, который должен задавать себе каждый депутат.